Закладной камень храма сегодня осветил патриарх московский всея Руси Кирилл. После проведения обряда он отметил, выбор наименования собора не случайен. Андрей Первозванный считается покровителем российского морского воинства. Мы строим храмы не просто для того, чтобы украсить местность или построить памятники. Мы строим храмы для того, чтобы и менялась к лучшему наша жизнь. Менялось сознание, менялось сердце человека. И понимаем сегодня, как может быть никогда, что все наши достижения, которыми мы гордимся, были от силы нашего духа. Я поздравляю с этим замечательным праздником. И пусть благословение Божие пребывает над Краснодарским краем, над городом Геленджиком и над благочестивым народом, который живет в этих краях. Храни вас Господь. Под строительство собора выделен участок почти в 3 гектара. При этом площадь самого здания будет около 2000 квадратных метров. Возведут его при въезде в город со стороны Новороссийска. Отсюда виден не только весь город, но и Геленджикская бухта. По словам Александра Ткачева, строительство этого собора без преувеличения – историческое событие. Андрей Первозванный – очень известный апостол на Кубанской земле. И мы, конечно, хотим, надеемся на то, что он будет защищать нашу благодатную землю. Ваше Святейшество, я хочу поблагодарить вас за духовное покровительство, поддержку, то, что вы благословили по созданию такого уникального храма. Мы, безусловно, будем всем миром помогать, чтобы этот кафедральный собор именно в этом прекрасном месте достаточно быстро вознесся к небесам во всей своей красе.